Вот и он, венец моих стараний. Моя Сикстинская капелла, моя Мона Лиза, мой Крымский мост, в конце концов. Сегодня день, когда до нового десятилетия осталось не так много. Я дарю вам на Новый год проект, который должен запасть вам в души. Искренне надеюсь, что вы оцените его по достоинству. С наступающим вас Новым годом, друзья! Проведите эти праздники весело и беззаботно. А, да, еще кое-что. Я лучший! Огонь! А ну-ка, парни, вы слышали приказ? Дадим просраться как следует этим ублюдкам. И все, что ли? Павел Геймчанов представляет. Что ж, не стоит медлить. Ооо, край карты, как я это обожаю. Новое прохождение обычной кампании, но с трейлером. Но я ж не... Что происходит вообще? 600 мегабайт импорта которого нет. Итак, 600 мегабайт, на что же это ушло? На гребаную музыку не в тему. То, что я с самого начала примерно пытался донести, я назвал это попкорновым говном. Новая эпоха картостроения. Охереть, он даже превращается, вау! В буквальном смысле открытый мир. Все. И бегаю где хочу. Поражающий воображение ландшафт. Красиво, кстати, выглядит помещение. Мое почтение. Не, слушайте, локация это охрененная, в восторге прям. Такая проработанная, так куча деталей. Это ни в какое сравнение не идет с ландом из первых глав. Небо и земля, честное слово. World and honor. Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный. Ты чё, хуёво тебе сказали, что ли? Залезь нахуй нахуй обратно, блядь. Дебил, блядь. Она тебя сожрёт, блядь, нахуй ты. Блядь! Сука! Ебаный! Блядь! Да блять, сука! Ёбни, да как я ёбнуть, блять, дебил, сука, ты ебан, хуя! Палку, палку давай! Палку давай, блять! Дебил ебучий, сука ты! Сука, ебанка соголовый, блять! Тупорылая залупа, блять!